Ноябрьский бум скандинавской ходьбы. Там любители активного образа жизни, которые уже прошли почти 3 миллиона шагов, присоединились ко всероссийской программе «Человек идущий». Это движение возникло год назад как студенческое соревнование между вузами. Сейчас оно насчитывает больше 400 команд. С кем будут состязаться ноябряне, как проходят тренировки на свежем воздухе и в чем польза, расскажет Наталья Старцева. Улыбаемся, улыбаемся! Морозным утром стройным шагом спешат ноябрьские скандинавы к своей заветной цели. Сегодня они стараются побить свой вчерашний рекорд – 200 тысяч шагов. Каждое движение вперед учитывает программа «Человек идущий». Участники группы скандинавской ходьбы установили на свои смартфоны мобильное приложение. В сумме за месяц у них получилось 2 миллиона 905 тысяч 300 шагов. Вот видите, вот это все команды. И вот мы хотим участвовать тоже в соревнованиях и показать, на что мы способны в этой программе. Показатели отличные, тем более, что в ноябрьской группе занимаются в основном пенсионеры. Они дают фору любителям спорта помоложе. Скороходы с палками приходят на стадион каждый день и в дождь, и в мороз. Намного веселее, когда группой занимаешься. Иногда вот неохота, а потом вспомнишь, что там группа тебя ждет, и бежишь как на свидание на эту группу. Группа в феврале 2021 года будет как 2 года уже существует. Количество занимающихся постепенно нарастает. Группу из сотни участников за это время собрал тренер Сергей Вяткин. Он преподает не только технику скандинавской ходьбы, но и проводит занятия по суставной гимнастике. Сейчас Сергей в больнице, лечится от COVID-19. Уже пошел на поправку. Мне, собственно говоря, помогло именно то, что я активно занимаюсь и физкультурой, активно то, что я на улице. То есть как-то болезнь прошла. Ну, тяжело было, честно скажу, тяжело было. Первую неделю это что-то страшное было. И здесь, в больнице, в общем-то, было не очень хорошо. Ну, сами врачи удивились. При 60 поражениях легких все же у меня ни кашля, ни одышки, ничего не было. Поступление кислорода было отлично. Потому что легкие были натренированы. Когда тренер вернется в команду, скандинавы продолжат полноценные тренировки длительностью в 2 часа. А пока они не ленятся, ходят и суммируют каждый свой шаг в общую копилку. Отлично. Я вот отсюда, если даже 20 тысяч шагов прохожу, еще могу до 10-й школы прийти пешком. Для группы это пока разминка. Заявку на участие во всероссийских соревнованиях тренер будет подавать на следующий год. Главная задача сейчас – подключить к мобильному приложению как можно больше скороходов. Лишними пары ног точно не будут. В 2021 году ноябрьские скандинавы с участниками других городов страны померяются силами. Точнее, шагами. Наталья Старцева, Юрий Усаковский, Александр Гончаров. Время Ямала. Ноябрьск.